Что такое патриотизм? Это одно из самых главных качеств, которым обладает современная молодежь. Как его показать? Выражаться в разных формах, посредством бескорыстной помощи, волонтерства, благоустройства. Из чего стоит начать? Можно сажать деревья, можно участвовать в волонтерских акциях. Помнить прошлое. Провожу экскурсии для детей, для молодежи. И проявить инициативу ради светлого будущего. Наши школьники, учащиеся, молодежь, подростки могут тоже проявить свою любовь. Стремится ли молодежь быть патриотами? Эти ребята, они уже с горящими глазами приходят к нам. И можно ли его привить? Мы, педагоги, воспитываем в них эти качества. Смотрите прямо сейчас. С чего начинается родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и клятвы, которые в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Родина. Сколько смысла заложено в этом слове. Но как бы мы ни толковали, это то, что есть у каждого из нас. То, чего действительно не отнять. В современной терминологии есть слово, обозначающее приверженность и любовь к родному краю – патриотизм. Каждый смыслит и проявляет его по-разному. Под патриотизмом я понимаю любовь к своей родине. Если более развернуто, то мы проявляем патриотизм своими действиями, мы можем заниматься чем-то в городе, в стране и тем самым проявлять патриотизм. Наши школьники, учащиеся, молодежь, подростки могут тоже проявить свою любовь. Ну, например, как я, пойти в парламент своего города. Чтобы в первую очередь показать свои идеи, какие я хотел бы реализовать в городе, чтобы еще и проявить какой-то патриотизм, показать, как это делается, и вместе с другими людьми тоже как-то проявлять и делать что-то общее. Патриотизм – это любовь к своей родине, безусловно. Это то, как ты себя проявляешь в своей стране, что ты для нее делаешь. Я являюсь автором разных исследовательских работ про свою страну, про своих родственников, которые участвовали в жизни моей страны, в том числе в Великой Отечественной войне. Я являюсь членом Совета музея 5-й гвардейской танковой армии в Центре творчества города Бобруйска. Там провожу экскурсии для детей, для молодежи, рассказываю им про Великую Отечественную войну, про героев войны. Это приобщение детей и молодежи к патриотической деятельности, также формирование социальной, гражданской, политической, патриотической культуры в сфере молодежи и парламентаризма. Моя патриотическая деятельность заключается в том, что я участвую во многих акциях, мероприятиях, таких как 9 мая, праздник государственного гимна, государственного флага и государственного герба Республики Беларусь. Важно отметить, что патриотизм – это обязательный долг каждого гражданина Республики Беларусь. Он может выражаться в разных формах посредством бескорыстной помощи, волонтерства, благоустройства. Важно понимать то, что патриотизм – это не просто любовь к родине, это непосредственные действия, которые помогают нам улучшить нашу страну. И главное делать это от всей души. Действия патриотизма могут быть разные. Они могут быть направлены в разных сферах, но самый простой вариант – это тоже волонтерство, где люди спокойно помогают ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам войны в Афганистане, помогают им донести продукты, купить лекарства и сделать какую-то работу по дому. Безусловно, любовь к родине – это что-то делать для нее. То есть можно сажать деревья, можно участвовать в волонтерских акциях по типу убрать город от мусора. На 9 мая несу портрет своего прадеда, тем самым отдавая дань памяти тем, кто защищал нашу родину. Накануне Всебелорусского народного собрания в октябре-ноябре 2020-го Институт социологии НАН провел опрос населения от 18 и старше. Вопросы были посвящены теме исторического прошлого и патриотизма. Общий объем выборки – 1317 респондентов. Результаты показали, для большинства, независимо от их статуса и политических взглядов, Беларусь – высшая ценность, платформа, объединяющая нацию, на которой
строится будущее. Патриот – это тот человек, который видит свое будущее в своей стране и готов своим деятельным трудом работать на ее процветание и достижение. Патриотизм – это одно из самых главных качеств, которым обладает современная молодежь. При этом у молодежи патриотизм, он деятельный. Для молодых бобруйчан родина – это не просто географическое пространство, это дом, в котором они родились и выросли. Они прекрасно понимают и сознают, что их будущее зависит от будущего процветания Республики Беларусь. Именно поэтому они являются активными участниками культурных, образовательных, социальных и политических процессов. В Бобруйске реализуется большое количество гражданско-патриотических проектов, акций, марафонов, в которых молодежь принимает активное участие. Однако не стоит ожидать становления духа патриотизма самого по себе. Это должно стать следствием работы, выполненной всеми причастными к реализации молодежной государственной политики. Немаловажную роль в патриотическом воспитании молодежи играет образовательный исторический туризм. Проводятся экскурсии по объектам как регионального, так и республиканского значения. Любят молодежь посещать такие историко-культурные комплексы, как линия Сталина, Хатынь, Буйническое поле. События последних лет показали всю необходимость воспитания гражданина и патриота еще со школьной скамьи. Именно поэтому военно-патриотическое воспитание занимает особое место в учреждениях образования нашей страны. Патриотизм, как я считаю, это категория нравственная. То есть это система ценностей, необходимых как отдельно личности, так и всему обществу. Это то, что делает наше государство сильным, независимым. И то, что позволяет человеку осознавать свой долг перед Отечеством. Поэтому, несомненно, наши молодые люди, они должны быть патриотами. И мы, педагоги, воспитываем в них эти качества. И мне особенно важно, чтобы в моем учреждении, вот именно патриотическое, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое воспитание были в приоритете. Почему? Потому что школа с давними традициями, и в школе основное воспитание – это духовно-нравственное, гражданско-патриотическое. На базе школы действует как музей «Белорусская хата» этнографический, так и музейные экспозиции. Сегодня для улучшения навыков начальной военной подготовки, исторической памяти, знания героев прошлых лет в учреждениях образования появляются военно-патриотические клубы. Тенденция была начата буквально несколько лет назад, но уже сегодня в республике насчитывается более 900 подобных объединений. 17-й школе в этом плане есть чем похвалиться. Их ВПК «Георгиевцы» в этом году отметил 10-летний юбилей. Клуб «Георгиевцы» аккумулирует нашу молодежь вокруг трех основных и важных понятий. Это вера, любовь к Отечеству и служение Отечеству. И вся наша работа самого клуба имеет особую изюминку. Обычно работа клубов построена по вертикали сверху вниз. У нас она имеет тенденцию снизу наверх. Дети предлагают, а уже руководители военно-патриотического клуба, работники нашего учреждения образования помогают им решить максимально поставленные перед ними задачи. Наши ребята участвуют активно во всех городских мероприятиях добровольческих. Ребята создали внутри своего клуба атмосферу равной к равному, то есть ребята, например, в марте у нас была экскурсия из города Минска, это учащиеся Минской гимназии, и вот они им показывали, как можно внутри клуба взаимодействовать друг с другом. Они их учили разбирать оружие, они их вели по экскурсиям, и тем самым показывали вот этот свой интерес. Среди участников клуба выделяется именно добровольчество. Все они готовы с большим желанием присоединиться к патриотическим митингам и шествиям, волонтерским акциям. Причем в составе клуба не только парни, но и девушки. Руководители клуба подмечают, девчонки немного уступают мальчишкам, а в каких-то моментах даже превосходят. Бок о бок они готовы показать результат на различных конкурсах и смотрах. Я пришла в военно-патриотический клуб 2 года назад вместе с моими одноклассниками, которые начали ходить, и я посмотрела и тоже решила, что надо попробовать. Когда я пришла, мне сразу все рассказали и показали, и я начала активно участвовать в жизни клуба. Мы ездим на всякие разные мероприятия,
Вот недавно у нас была Зорница, где мы принимали активное участие и очень старались. Ну, преподаватель военной подготовки с моим другом, получается, нам показал, как это интересно, и мне, вот, получается, захотелось тоже ходить. Ну и начал ходить. Занимаюсь, получается, военной подготовкой второй год. Я занимаюсь в этом патриотическом клубе уже год. Мне интересно, патриотизм – это для меня как отдавать долг родине, защищать свою родину, любить свою родину. В прошлом году летом мы принимали участие в военно-патриотическом слете молодежи в городе Пинске в пограничной части, где мы заняли второе место. Я считаю, что работа в военно-патриотических клубах помогает молодежи в развитии патриотического духа. Георгиевцы, как и остальные участники военно-патриотических клубов, выполняют целый перечень упражнений и рассматривают обширные вопросы в области истории, госустройства и художественной культуры. Военная и строевая подготовка, сборка и разборка автоматов, изучение периода Великой Отечественной и Афганской войн. Помимо этого, ребята находят время для уборки памятников и захоронений павших в боях солдат. Руководители стараются передать ребятам самые обширные знания. Иногда находится время и для творчества. Эти ребята, они уже с горящими глазами приходят к нам. И наша цель, чтобы сохранить вот этот настрой, который хотят они пойти в силовые структуры, это настоящие защитники. И в этом клубе мы занимаемся чем? То есть мало того, что мы практические занятия занимаемся, то есть это вот стрельба из мелкокалиберной винтовки, мы какие-то проводим кроссы, кроме того, мы проводим по строевой подготовке. Они обязательно у нас овладевают всеми правилами строевой подготовки. Кроме того, мы ухаживаем за могилами, то мы проходим историческую тематику. В нашем клубе мы стремимся это сохранить, поддержать и приумножить. И вот сейчас на следующий год мы думаем, как наших ребят побольше оттуда привлечь. И, ребята, мы видим, что наш клуб растет больше и больше. Ребятам становится интереснее и интереснее. И наша задача – вот это все сохранить, развивать, потому что, вы видите, в наше время, патриотизм у детей – это, я считаю, самое главное. Связь поколений и истории. Ежегодно в Бобруйске проводятся промежуточные этапы республиканских военно-патриотических игр «Зорница» и «Зорничка». Задействованы в них октябрята и пионеры, учащиеся школ и участники ВПК. Каждая команда подготавливает свою форму одежды. В основном фишками становятся головные уборы, пилотки и береты. У ребят появляется возможность отработать чеканный шаг вместе со служащими 147-го зенитного ракетного полка, на базе которого традиционно проводятся такие мероприятия. Продолжая славные традиции военно-патриотической игры «Зорница», традиционно, ежегодно на базе войсковых частей у нас в городе проходят такие игры, как «Зорничка» для самых маленьких членов пионерской организации возраста от 9 до 10 лет и «Зорница». Патриотизм, как известно, проявляется в делах. Для инициативных, ответственных и целеустремленных есть хорошая возможность показать свои идеи и видения в консультативно-совещательных органах, созданных при советах депутатов различных уровней. Молодежный парламент при Национальном собрании, созданный в июле 2020-го, ставит своей целью содействие в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. Главной движущей силой для всех парламентариев становится любовь к родине. В состав молодежного парламента при Бобруйском городском совете депутатов входит 63 представителя. Из них 43 представителя из учреждения образования, 20 человек избраны по ходатайствам организаций общественных объединений. Деятельность парламента направлена на удовлетворение потребностей детей, подростков и в целом молодежи. Основной упор берем на патриотическое воспитание современной молодежи. Мы участвуем в торжественных митингах, ездим по памятным местам Беларуси, проводим патриотические акции. Это малая часть того, что мы делаем. 10 июля мы побывали в молодежной площадке, которая проходила на базе Шкловского района. Посетили Трофимову Крыницу. Также побывали в кабинете, где учился президент нашей Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко.
Мы, молодое поколение, будем руководствоваться трудовыми и боевыми подвигами наших отцов и дедов. В 2002-м в жизни молодежи страны произошло важное событие. Две мощные организации, БСМ и БПСМ, консолидировались в Белорусский Республиканский Союз Молодежи. У истоков создания стоял президент. Выступая перед делегатами 38-го объединительного съезда, Александр Лукашенко подчеркнул: «Мощная, единая организация должна стать одной из опор нашего общества». Так и вышло. Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», ведущим направлением, призывающим, пронизывающим все сферы союза молодежи, было, есть и будет гражданское патриотическое воспитание. Многие патриотические проекты БРСМ стали брендом молодой и суверенной страны. Например, такие проекты, как «Всебелорусская акция «Мы граждане Беларуси». 15 марта, в день Конституции Республики Беларусь, юношам и девушкам вручают паспорт гражданина Республики Беларусь. Акция призвана акцентировать внимание подростков на такое важное в жизни событие, как получение своеобразной путевки во взрослую жизнь, осознание смысла и значимости своей деятельности как гражданина. Кроме этого, БРСМ выделяется рядом других знаковых проектов. Среди них «Цветы Великой Победы», «Цифровая звезда», «Беларусь до и после», «Открытый диалог» и «Молодежные отряды охраны правопорядка». Особое место занимает межгосударственная инициатива «Дорогами памяти и славы». Ежегодно состав участников пополняется все большим представительством Беларуси и России. Маршрут, который пролегает по многим пунктам союзного государства, заглядывает и в Бобруйск. В этом году нас посетил международный патриотический проект «Дорогами памяти и славы». Исторический патриотический проект, направленный в этом году на привлечение внимания широкой общественности к событиям, связанных с операцией «Багратион». Преемственности и сохранение лучших традиций. Сила молодежной организации. Патриотические проявления можно увидеть в каждой сфере жизни общества. Особенно в творческой. Песни, сценические выступления и фильмы. Показ нашумевшей белорусской кинокартины «На другом берегу» сорвал аплодисменты зрителей. На сцене областного театра драмы и комедии нередко можно увидеть патриотические постановки. Бобруйские коллективы также выделяются исполнением композиций на историческую и военную тематику. Современные реалии требуют проявления такого качества, как патриотизм. Ведь это ответственность перед Родиной, теплая любовь к ней. Это чувство долга, необходимое каждому живущему на земле человеку. Патриотами не рождаются, ими становятся, прививая любовь к Отечеству, воспитывая чувство прекрасного в своем сердце. Это требует решимости, ответственности за свои действия. Бобруйск – это город трудовой и воинской славы. За годы его становления героический подвиг бобруйчан был отмечен орденом Трудового Красного Знамени, вымпелом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. И молодые бобруйчане достойно продолжают историю своих дедов и прадедов, и каждый год делают наш город только краше и лучше. Многие из нашей молодежи думают, что патриотизм – это что-то простое. Но стоит отметить то, что нет, это должно быть какое-то направление, то есть человек должен чувствовать то, что нужно что-то внести в свою родину, потому что просто так брать из родины все подряд не получится, к сожалению. И это просто была бы утопией. Поэтому, как есть такая поговорка, без труда не выловишь рыбку из труда. И поэтому патриотизм – это настоящая работа над собой, в первую очередь, и, во-вторых, над государством. И как бы происходит такая двойная линия, и ты улучшаешь себя, улучшаешь свое государство, и в конце концов это приносит приятные плоды, и становится жизнь лучше. Самое главное, что в результате их участия в клубе они становятся именно той, наверное, идеальной личностью, в сердце которой живет любовь к родине, которые являются яркими патриотами своей родины, которые готовы протянуть руку помощи ближнему и своей стране. Молодежный парламент направлен не только на то, чтобы являть активную молодежь, но и на то, чтобы воспитывать в ней патриотизм. Для улучшения патриотизма у молодежи я считаю, что нужно читать больше книжек о Республике Беларуси, смотреть новости.